Пошла жара. Я на Ибице. Во все отрываюсь. Потом мне становится плохо. Дальше я уже в машине. Я расспрашиваю водителя, а он мне... А у меня посылка, которую нужно доставить. Они тебя все равно убьют. Для выполнения этого задания я буду на своей тачке. Нельзя бросать машину. И что же в ней такое? Не в ней. 25 метров, машина загорается в красный свет и... Бах! Его любимая машина будет его могилой. Вынырнет, взорвется. Останется, утонет. Перевозчик 3. Во вторник. Кино в 21:00 на СТС.